мы и на месте. И прикормка, которую я сегодня буду готовить для рыбалки, достаточно необычная для классической фидерной сессии. А именно, я буду сегодня ловить классическим фидером на методные прикормки. Сегодня у меня в составе будет метод микс Red Machine и метод микс Carp Classic. Разведка донесла мне, что на этом водоеме очень специфические пристрастия у рыбы, и поэтому я буду добавлять сюда еще заливки яркие, фруктовые, то есть слива и клубника. Согласен, весьма неожиданный состав, такой чисто карповый для дикого водоема, для большого карьера. Вот, но тем не менее, вот такой интересный купаж сегодня в наших угощениях. Утро стоит такое туманное. Несмотря на то, что это восход, его, в общем-то, практически не видно. Начну с микса R1. Как обычно, по классике, закидываю его на сито. И рассказываю вам о том, в чем вообще смысл сегодняшнего замеса. Смысл сегодняшнего замеса у меня заключается в том, что мне нужно сделать методную прикормку по консистенции, как матчевую. То есть особенности методной смеси таковы, что она достаточно липкая. Она должна формировать флет-кормушку, снаряд для заброса плотным, но распадающимся на дне. Но сейчас мне нужно сделать активную флет-методную прикормку. Даже не активную, а равномерно слабо увлажненную. Для того, чтобы ловить классической фидерной кормушкой. R1. Все как всегда. Уже можно сказать, что это классика. Огромное количество рыболовов ловит на эту прикормку на соревнованиях и на обычных рыбалках карпа. Метод микс ярко-красного цвета с очень сильным интенсивным ароматом клубники и сливы. Это наша секретная добавка на многих сессиях и соревнованиях. И вторым составом является у нас карп классик. Карп классик – это прикормка теплого-теплого желтого цвета, такого прям охристого, с редкими вкраплениями мельчайших красных частиц, вот, и ароматом таким кукурузно-карамельно-сливочно, таким кондитерским. Вот. Потрясный тоже аромат, очень вкусный, такая летняя прикормка. Фракция тоже у нее равномерная, как для всех метод-миксов. Поэтому в сито она пролетает, как вода в песок. Микса Carp Classic я буду добавлять 2 пачки. Итак, у нас 3 килограмма прикормки на сегодняшнюю сессию, из которых 2 Carp Classic Method Mix и 1 R1 для усиления фруктовой ноты. Есть. Несмотря на все, на то, что в этом карьере песчаное дно и прикормка в смеси получается такого обалденно красивого цвета, ярко-оранжевого, вот, я хочу ее все равно немножко притемнить, дабы чуть-чуть замаскировать. Почему? Потому что, ну, это рыба дикая, и то, что здесь водится, это никогда не запускали сюда, потому что это этот карьер соединяется с рекой Угрой. И сюда заплывает абсолютно разная рыба, какая угодно. Кого мы сегодня ловить, я даже не знаю. Поэтому немножечко притемнить черной краской в небольшом количестве имеет смысл. Сильно темнить я не буду, совсем чуть-чуть. Вот, но тем не менее, чуть-чуть это сделать надо. Так, убираем лишнее. Прикормка стала такого коричневого цвета. Вот.
И когда она увлажнится, она станет еще темнее. То есть на вот такую вот коричневую сыпуху я сегодня буду вести рыбалку. Вот. Как вы, я думаю, уже заметили, у меня сегодня вместо титанового венчика шуруповерт. Вот. Почему я это делаю? Я боюсь, что до состояния вот такой, такой нелипкой пушистой прикормки вручную мне будет сложно увлажнить этот корм. Плюс я не хотел копаться рукой в прикормке, в которую я добавляю черную краску, потому что это потом было бы долго и трудно отмывать. Поэтому, чтобы не контактировать с такими красящими элементами, я буду использовать шуруповерт. То же самое интересная деталь, важная, касается ликвидов. Я не буду их добавлять сразу в корм. Мне нужно прикормку довести очень аккуратно. А значит, я буду их смешивать с водой небольшими порциями. Значит, здесь практически в двух банках 600 мл прикормки, 600 мл ликвида. Это много, слишком липко, слишком сладко для такого количества. Поэтому я смешаю, сделаю клубнично такой сливовый микс и добавлю сюда воды для того, чтобы получить раствор, а не концентрат. То есть ну, приблизительно около там половины баночки выливаю клубники и точно так же половины баночки сливы. Вот. Остальное я оставлю с собой на насадочном столике. Вот. И в случае чего, вдруг мне понадобится очень мощный сигнал, я смогу просто прям чуть-чуть тык наливать в прикормке, размешивать и там на пару пробочек кормушкой давать тоже такую историю в корм. Ну и соответственно, ну, можно еще немножко, вот, делаю раствор. Для чего это делается? Сам по себе ликвид имеет вязкую, сладкую, такую сахаристую структуру инвертного сиропа. А мне нужна более жидкая такая вот смесь, которая не будет мою прикормку на старте сильно делать липкой. Потому что мне нужно, сейчас мы этот микс, еще раз говорю, привести в состояние именно классической матчевой смеси. По чуть-чуть, маленькими порциями. Проливаю. Увлажнение будет происходить в несколько этапов, совсем по чуть-чуть, чтобы ни в коем случае прикормку не сделать супер увлажненной и мегаинертной на старте. Так, еще немножечко. Есть контакт. Все. Оставляем это пить неспешно, потому что сейчас она такая, типа, сухенькая совсем. Вот. Но пусть она пропивается, аккуратненько раскрываются все гранулы экструзии. Отошу руки. И продолжим мы с вами разговор, пока все это дело первично увлажняется. Продолжим разговор о живых компонентах поговорим. Ну, вообще о добавках, чем я сегодня буду ловить. Значит, сегодня у меня опарик. Обычный белый опарик. Его литр у меня. Вот. Хороший чистый опарик. Но все равно я его буду частично топить. И буду его немножечко полоскать и промывать. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы избавить его от посторонних ароматов. То есть закидываю воду и выполаскиваю как следует. К
прямо мою, всем стираю его. Почему? Потому что у опарыша часто держат в опилках, такой у него есть посторонний аромат сосны. Опарыша кормят часто мясокостной всякой там мукой рыбной. Вот. Но этот опарыш чистый, у него нет таких ярко выраженных темных внутренностей, когда он на чем-то грязном там откармливается. Хороший белый чистый опарик, но все равно лишний раз промыть перед утоплением не помешает. Я его сейчас отставлю, он пока поквасится в этой воде, потом эту воду солью и уже залью его чистенькой водичкой. Иногда можно эту водичку смешивать тоже с ароматизатором, чтобы он топился в каком-нибудь там фруктовом аромате. То есть, ну, на выбор можно их там купажировать, смешивать между собой всякие разные аромы. И получается, вот в этой цветной вкусной водичке опарыш может находиться, напитываться ею. И получается, что получается дипованный топленый опарик. Также у меня еще будет дополнительная добавка. Это смесь перловки распаренной и распаренной пшеницы. Хорошая добавка практически для всех водоемов, для любой рыбы. В центральной полосе России эти добавки любят вся рыба абсолютно, начиная от плотвы и заканчивая сазанами, карасями, там, крупными лещами. Вот, и густерой. Поэтому я не брезгую всегда с собой возить такую кутю. Вот. И держу ее на всякий случай. Бывает, пригождается, бывает, нет. Но, как говорится, лучше пусть будет, чем нет. Если крупная рыба вдруг к нам приплывет, это будет хорошее подспорье для того, чтобы ее удерживать на точке. Немножечко у меня там еще есть насадочного мотыля, червячка. Вот. Но это, как говорится, классика жанра. Будем экспериментировать, пытаться ловить рыбу здесь. И будем искать то, что ей подходит больше по вкусу. Значит, прикормочка у нас подпевает. По чуть-чуть, достаточно тепло, несмотря на то, что раннее утро сейчас. Хорошая теплая ночь была. Немножечко водички можем добавить. Еще. Так, надо только включить шурик на простой режим, а то сейчас все взлетит тут. Прикормка пьет потихонечку, рассыпчато. Вот. Загоню его даже на сито, чтобы какие-то сформировавшиеся предварительно комочки, которые, возможно, не разбились, протереть. Мне кажется, тут практически ничего такого не должно быть. Ну да, тут практически все пролетает, как вода в песок. Но это важно. Здесь глубина места ловли достаточно большая. Поэтому, ну, как и во всех карьерах песчаных, копанных. Поэтому прикормочку как бы можно делать вполне себе достаточно инертную. Вот. Ну, я имею в виду без ярко выраженных, всплывающих там каких-то таких частиц, прямо как там присутствует там в плотвяных кормах или у клеечных. Но, несмотря на то, что прикормка может быть достаточно инертная сама по себе, она все равно должна быть пушистая обязательно. Еще неплохо. Еще одно увлажнение. Вот. И можно будет идти разбирать снасти. А потом уже я посмотрю, доводить ее, не доводить. Ну, пока там соберу платформу, пока промаркерюсь, пока то все. Вот, возможно, еще чуть-чуть ее буду доводить. Потому что экструзионная крупка, она пьет постепенно, вот, постепенно пропитывается, и ей нужно время. Если аккуратно увлажнять прикормку, то можно достаточно долго и много увлажнений в нее влить. Вот. Но даже сейчас это уже неплохо, это уже мне подходит. Все, нас ждет еще одно увлажнение, а я пока пойду разбирать снасти и готовиться к рыбалке.
вот я и стартую. Стартовать я буду сразу же с насадкой, маленькая кормушечка, потихоньку нагнетая корм у себя на точке. Работать я буду сегодня на ближней дистанции. Мне понравилась точка на 21 метре. Это глубина в районе 4,5 метра. Это карьер, здесь очень глубоко, я по 11 метров глубины. Вот. И там идет свал на 4, там небольшая такая, как балкончик, плоская часть дна. И потом уходит еще дальше вглубь. И вот 21-22 метра, такая интересная точка. На дне песочек с небольшими вкраплениями там чего-то попадаются, там потюкивают там перловица, скорее всего. Дальше там небольшой пучок травы. То есть, ну, точка достаточно интересная. На этой дистанции, на этой глубине мне будет комфортно работать удочкой 11 футов. Я их сегодня, учитывая опыт прошлой неудачной рыбалки, разложил в дубле, две штуки. И это легендарный Drennan MatchPro Combo Quiver. Удочка, не нуждающаяся в каком-то представлении. Я считаю, что из всей линейки фидерных удилищ Drennan это самая легендарная и самая, я бы сказал, обалденная, изящная удочка. Очень легкая, очень звонкая, так, удочка для рыбалок. На соревнованиях я эти удочки не использую, они слишком нежные. То есть я их использую вот в таких лайтовых условиях, когда штиль, когда комфортная дистанция, для того, чтобы получать максимальное удовольствие от рыбалки. Удочка у меня оборудована катушкой Shimano Stradic 4000, в сейфорном, в облегченном корпусе. И намотана леска 0.26 Монка, без шок-лидера, просто Монка. Монтаж спортивный, скользящий инлайн, кормушка 30 граммов, кусочек резинки, несмотря на монку, я еще и добавляю кусочек резинки. Он у меня выступает как в качестве отвода для поводка, так и в качестве еще дополнительной амортизации. Вот. И поводок 60 сантиметров диаметром 0,12 миллиметров. Вот. Стартовать буду с небольшой насадки. Это один опарыш топленый и пара-тройка мотылей. В корм сразу много живых компонентов, точнее дополнительных пищевых компонентов я давать не буду. То есть немножечко какашицы, немножечко там несколько личинок. И вот так постепенно на свою дистанцию буду прогружать, не торопясь. Карьер. Карьерные вообще водоемы, они интересны по-своему, это весьма загадочные водоемы. Есть люди, которые рыбачат на карьерах по много лет и не могут похвастаться тем, что раскусили их характер. Почему? Потому что водоемы карьерного типа живут своей жизнью, и здесь происходят вещи порой неописуемые. То есть можно, к примеру, сидеть и ловить две недели какую-нибудь густеру с плотвой, а потом проходит неделя, и просто заплывает какое-то бешеное количество огромного карася, и начинает ловиться как из себя. Вот. Клев может, пики клева могут быть абсолютно непредсказуемые, то есть это могут быть какие-то поклевки, там, дневной клев какой-то проход, или только ночной, это может с недели на неделю не повторяться. То есть поездка на карьерный водоем – это всегда небольшой, конечно, фактор удачи. Ну и для того, чтобы мониторить ситуацию по ловле на карьерах, нужно обязательно, конечно, иметь контакт с местными жителями, кто там ловит, ну или самому там рыбачить по части, потому что ситуация может меняться очень-очень сильно, в зависимости, там, даже в интервале, там, две недели. Вот. Здесь, как я еще раз говорю, глубоко, это старый карьер, вот. дно песчано-глинистое, ну, естественно, с легкой прильностью, потому что уже, скажем так, культурный слой достаточно старый на водоеме. Рыба обитает здесь абсолютно разная, вообще максимально разная. Здесь можно поймать и линя, и карася, и подлещика, и леща, и сазаны тут есть, самы и все прочее. Вся рыба, которая водится в реке Угра и, соответственно, в реке Ока, вот, вся рыба сюда заходит, этот карьер соединяется с Угрой. Поэтому, что нам может попасться, я не знаю. Какая рыба будет ловиться, я не знаю. То есть, нужно немножечко удачи и веры в
свои силы. Пока аккуратненько работаю. Моя задача работать тихо, не шумно. Все-таки я бы хотел поймать, конечно же, рыбу покрупнее. Это естественно. Поэтому моя стратегия стартовая такова, что мне нужно забрасывать маленькую кормушку, сильно не плюхать, работать аккуратно. Сейчас монтажик подберу получше, чтобы работал, чтобы не было всяких разных перехлестов, перепутов и всему и тому подобное. Но это уже вопрос технический, в процессе ловли я это все сделаю. Опять небольшую щепоточку. Опарыша я не кладу сразу много топленого в корм, по той причине, что он расползаться может, потому что утопил я его относительно недавно. Если бы я его с вечера утопил, это была бы одна ситуация. А так как я его утопил буквально там, час назад, 40 минут назад, долго тонет, вот, он еще способен вполне себе нормально оклематься и разбежаться по корму. Поэтому буквально по 3, по 4 личиночки, по 5 в корм перед самым забросом я кладу. Вот. Поэтому здесь надо быть аккуратным. Почему опарыш топленый? Ну, во-первых, я его вымыл как следует, он у меня ничем лишним не пахнет. Вот. А во-вторых, мне моя практика показывает о том, что когда садишься в более крупную рыбу, по какой-то причине топленый опарыш показывает себя почему-то лучше. Не знаю. Можно, здесь можно только гадать, как он ведет себя там на дне, теорий очень много, но тем не менее, факт остается фактом. Конкретно моих рыбалок с топленым опарышем успешных гораздо больше, чем с живым. Ну и, соответственно, кошлапа чуть-чуть тоже подсыпаю, перловочки с пшеном. Постоянно приходится слегка подводить QR-тип, подводится он потому, что здесь глубоко, и утренняя пленка, белка много вот в прибрежной части, такая пленка на воде, и на ней леска немножко повисает. То есть получается слишком большой такой вот перепад лески, тонущей в воде. Поэтому слегка все равно приходится подводить. Но ловля моя будет вестись все равно с провисом, потому как задача стоит ловить рыбу, которая подбирает со дна и плывет, не выплевывая насадку в процессе. Вот. Этого движения. То есть мне нужно минимизировать любые натяжения, любые противоходы, любые упоры моей снасти. Мне нужно, чтобы рыба приплыла. Ух ты, какой-то выход какой-то хищника или кого, я не знаю. Чтобы рыба взяла насадку и поплыла. И чтобы ей ничего не мешало. Вот. Особенно это касается тяжелых рыб. Например, если там лещи там ловятся, они очень щепетильны, относятся к натяжениям. Тем более в стоячей воде, на течении или же в ситуации, когда там большая пищевая конкуренция. Понятное дело, что рыбы ведут себя агрессивно и торопятся схватить насадку и уплыть. Но конкретно на водоемах стоячих, вот таких тихих, аккуратных, филигранных рыбалках, когда нужно ловить очень точно, тихо, вот, рыбы немного, поклевки нечастые, а я думаю, здесь поклевки будут нечастые. Здесь все-таки такая рыбалка на ожидание. Вот. В таких случаях все должно быть максимально аккуратным. Все имеет значение. Немножечко того, сего, 5-10. Корм пахнет землянично-сливовой такой, красивой. Прям мелодия землянично-сливовая. Вот. И вот такая неспешная рыбалочка меня ждет. То есть, когда может начаться клев, я не знаю. Он может начаться и сейчас, а может быть придется безрезультатно там полоскать воду на протяжении нескольких часов, и проход там будет дневной. Не знаю, у меня весь день свободный. Рыбалка, в общем-то, комфортная. Погода сегодня классная. Вот то солнце, грубо говоря, только недавно взошло. Но из-за того, что пасмурно достаточно, марево такое. Вот, кажется, вообще непонятно вообще, сколько сейчас времени, кажется. Вот.
Надеюсь, будет не сильно жарко, просто тепло и не будет сильного ветра. Для того, чтобы получать максимальное удовольствие от такой деликатной, неспешной, тихой рыбалки. Я стараюсь не шуметь, без глобальных стартовых закормов и плюхов, потому что имел большой опыт реально таких рыбалок, когда ты, например, шумно стартуешь и вообще шумишь, и работаешь, скажем так, грубо, объемно. Вот, и рыба просто уплывает и не клюет. А еще раз говорю, это старый карьер. Здесь у рыбы есть свои маршруты, свои тропы, свои дистанции, свой характер, время выхода. И очень легко можно просто нарушить вот этот вот ее ритм и как бы не получить должного результата, который бы хотелось. А и это вот эта история ловля на карьерах, это история про то, как ты должен вообще превратиться максимально в какого-то, я не знаю, там, маунтинмена или траппера и просто погрузиться в эту атмосферу вот, как бы в местную историю, стать ее частью и подстроиться под нее, не пытаясь сломать водоем под себя. Это, возможно, даже рыбалка про историю, возможно, даже рыбалка одной поклевки, может быть. Вот. Но, скажем так, на выжидание, и на усидчивость и на такую вот полное погружение в характер водоема. Пока потихонечку работаю, забрасываю. У меня фрикцион на катушке чуть-чуть приспущен. Аккуратненько, тихо, неспешно наполняем точку корма максимально точно, стараясь не мазать даже ни на метр. Благо дистанция мне позволяет работать максимально точно. 21 метр – это сверхкомфортная дистанция. Удочку после заброса я сразу ставлю, чтобы всегда в одном положении у меня под одним натяжением тонула кормушка и падала в одно и то же место. Сейчас леска ложится на пленку, она как бы сверху немножко, поэтому приходится ее немножечко подтягивать, чтобы она пробила ее. Но я думаю, все равно днем чуть позже слегка ветерком разгонит, унесет вот эту вот эту пленку неприятную. Вот, и будет уже комфортнее. У меня практически в ногах, вот где я сейчас сижу, здесь у меня там сантиметров 40 глубина. Вот. А вот туда дальше, буквально там 1,5-2 метра, и там уже мне будет по плечи. И сюда прям уходит такой свал в глубину, и он так такими террасами уходит вглубь, и дальше. Вот. Справа и слева от меня много водорослей, растительности. Я ее косить не стал, чтобы не шуметь, чтобы максимально тихо разложиться. Вот. Ничего, ну, дистанция близкая, тоже не, все равно 20 метров. И сейчас тут устраивать газонные работы, все вот эти вот, лазить по воде совсем не хотелось. Хочется все-таки, чтобы не спугнуть никаких тут местных обитателей. Поэтому есть риски того, что если вдруг клюнет рыба, ее оставить в этих кустах. Ну, как говорится, бог с ним. Главное, чтобы клюнуло. Кормимся, работаем. Солнышко показалось из-за туч. Всходит небо. У нас развидневается, светлеет. Синева пробивается. Я уже накидал кормовую полянку такую, достаточно точную, вот, и плотную. И теперь надо приступить к тому, чтобы формировать на ней как бы более вкусную, привлекательную историю. А конкретно хорошенько надо подрезать опарик. Лишнюю воду выдавлю. Так, ножнички и неспешно зарезаю опарыша.
Причем фишка резки опарыша заключается в том, что я его сейчас зарежу, а потом еще в него долью ликвид. То есть и получится у меня ситуация какая. Если я, например, вот сейчас возьму ликвид и булькну в прикормку, то у меня получится такая комок переувлажненного корма с аромой. Вот. А если я этот же ликвид налью в емкость, которую я порезал, порубил опарика, вот он пенится аж весь, хорошая такой белая пеночка, все как положено. Вот так вот я, например, раз и чуть-чуть чик доливаю ликвида. Получается у меня ситуация такая, что у меня отдельный ингредиент, он и вкусовой, и пищевой, стоящий отдельно и имеющий запах. То есть, по большому счету, я когда даю щепотку этого же жидкого опарыша, ну, вот этого фарша в корм, он уже мне дает и запах, и вкус, и вот эту пищевую фракцию. А если бы я попытался отдельно это сделать, то у меня бы, во-первых, корм переувлажнил уже ликвид, я бы туда ляпнул его, и сверху еще ляпнул бы этот жидкий фарш. Получилось, что вдвойне просто переувлажненное кашло, которое бы у меня очень сильно терялось бы, как бы не давала нужной мне механики. Плюс ко всему прочему, если бы я сжимаю кормушку, когда очень переувлажненный корм, получается так, что много его вываливается в ярусе, теряется, он начинает пролазить сквозь сетки кормушки, и это не всегда хорошо. Поэтому, когда ловля ведется при помощи, с использованием вот такого фарша, кормушечку из вот такой большеклеточной, лучше всего поменять на закрытого типа кормушку, то есть замотанную изолентой. Вот. Или же на кормушку с очень плотной сеткой, как вот эта. Сквозь нее фарш будет пролазить гораздо хуже. И не будет теряться в ярусе настолько интенсивно. То есть я теперь аккуратненько плюхаю фаршик этого в корм. Забираю его внутрь. Стараюсь укладывать его в кормушку так, чтобы он не очень сильно у меня вываливался. Так. Он так иначе будет вылазить слегка, но освежу опарика. Но при всем при этом все равно на какой-то процент все это минимизируется. Вот. А рыбалка, она и состоит из совокупности важных маленьких деталей. Все важно. И если там, грубо говоря, 5%, там 5%, там 5% выигрываешь эффективности, то в целом потом получается обычно хорошая, качественная ловля. Поэтому тема с фаршиком, она вот так хороша. То есть, скажем так, ароматизированно подслащенный опарышный фарш, нормальная история. Все, в общем-то, по идее, можно сказать, что можно начинать ловлю. То есть можно уже залипать. Прикормлено. Интервалы теперь я буду между перезабросами делать по 3-7 минут. И буду сидеть уже до поклевки. То есть стратегия какова? Еще раз подытожу. Тихая, аккуратная рыбалка. Никакого обильного закорма. Аккуратная подача, достаточно корма, который работает у дна. Он не инертный, он просто не всплывающий, не лифтящий корм. А корм, который создает облако у дна. Корм питательный, с добавлением протеина животного, то есть с рыбной мукой, с молочными растворимыми протеинами. То есть это методный микс, рассчитанный на активно питающуюся рыбу летнюю. И аккуратное, точное кормовое пятно с содержанием там разных частичек, типа опарика, топленого, зерен. Вот.
Это стартовая закормочная как бы база. А сверху я уже рабочей кормушкой подкидываю сверхвкусные кормушки, в которые добавляю фарш опарыша ароматизированный, возможно, там мотылика, сейчас начну, буду смотреть по рыбе, щепотки давать. И то есть уже это такая ловля, акцентирующая рыбу на кормовом пятне, непосредственно подплыть рядом с кормушкой. Вот. Не забываем, что вот этот фарш, он еще имеет свою собственную механику, такую стелящуюся, такую вот поклевка. Поклевка была, и я ее зеванул. Надо было рисковато, надо было провисик сделать посильнее. Вот. Чтобы рыба поплыла прямо. Насадка не сбита. Все на месте. Вот. То есть, и получается, что акцентирует на столе вот эта кормушка вот с этим вот вкусняшечкой. Она рыбу акцентирует прямо вот там, где нам надо. Там, где рядышком находится наша насадка. То есть, такая тактика ловли у меня. И на выжидание работа. То есть, надо будет ждать, ждать, ждать. Почему? Потому что, еще раз говорю, это не река, это карьер. Карьер, который живет по своим законам, со своим характером, со своим... кусочек мотылика. О, есть. По своим законам, со своим характером, со своими тропами, то есть под которые надо подстраиваться и ждать свою рыбу. Рыбалка напоминает даже немножко морскую ловлю, потому что вот на море сидишь, ловишь там, точнее, стоишь, ловишь ставриду. Но если ее нету в берегу, если она не заплыла в акваторию, ну, ты что хочешь, делай, она ни у кого не клюет. Ставрида должна начать как бы движуху для того, чтобы ее начать ловить. Вот здесь точно так же. Там на дне пустота, там никого нету сейчас. Там не клюет даже никакая мелочь, никакая густерка, никакая. Там просто полная тишина и пустота. И мы ждем, пока туда приплывет рыба. Вот такая вот история. Это очень интересная рыбалка, опыт интересный, я бы не сказал, абсолютно, скажем так, не спортивный, ну, в том плане, что нет никакого темпа высокого, то есть рыбалка в зажим, возможно, это очень хорошая локация для ловли на флетфидер, причем даже с сигналками, чтобы забросил там и сиди там, пей кофе в палатке, общайся с друзьями, запиликала, пошел как бы... достал рыбу. Но для классической фидерной рыбалки это тоже интересно, потому что поклевка очень часто на такой рыбалке зависит именно от деталей и нюансов. То есть там чуть-чуть смена насадки, там последовательность насаживания насадки, презентация, поводочек, крючочек, там квертип так натянул, квертип сяк натянул. То есть вот эти вот детали на вот такой рыбалке очень сильно решают. И вот на таких карьерных сессиях особенно как бы получают удовольствие люди, которые любят покопошиться, ну, позаморачиваться, там, ну, которые увлекаются деталями, потому что рыболовы-то разные бывают. Есть рыболовы, которые ловят максимально просто, не заморачиваясь по одной какой-то стратегии, вот, обузят ее и как бы получают хорошие результаты. Вот. А есть рыболовы, которые там все время находятся в каких-то поисках и экспериментах. Ну, для таких рыболов рыбалка на карьере определенно должна доставлять удовольствие. Поклевочка. Кто здесь у нас? Ух ты! Вот это рыба, нежданчик. Голавль. Голавль. Рыба. Голавль с карьера, со стояка. Круто. Так, дружочек, что тут у нас? Ага. Глотнул. Типичный голавль.
Так. С почином. Неожиданно. Вот такая рыба клюнула. Галавль. Кто бы мог подумать. Я, если честно, ожидал любую другую рыбу, но не галавля. Потому как, хотя да, с угрой соединяется карьер, почему здесь не быть галавлю? Действительно. Просто для карьера не самая распространенная рыба. Хотя нет, ошибаюсь. Видел я на карьерах, которые... Это было в Луганской области, карьеры, на которых добывается дикарь. Такие голубые они, прям вообще прозрачная вода, глубокие очень карьеры тоже. И там галавля было очень много. В солнечный день идешь, гуляешь вдоль карьера, и прям видно достаточно крупные рыбы. Плавали такие солидного размера, такие полторушки. Вот. Да, точно, там было галавля много. Но тот карьер даже не соединялся ни с каким, ни с какой проточной водой. Это был просто карьер. Там еще ребята приезжали, ныряли. Не подвохи, а просто дайверы. Вот. Тренировались там, что-то они там. Вот. Так, лесочку утопил. Вот. Так что галавль все-таки да. Вполне может быть, почему бы и нет. Так, надо экстрактор повесить. На всякий случай, мало ли. Чего? Хотя нет, наверное, не буду его вешать сюда. Повешу его на рогульку. Так будет проще и удобнее. Чик. Продеваем. Упс. Все. Пусть болтается. Да, такая хаотичная поклевка была. Я даже грешным делом вначале подумал, что это подлещик. Потому как так дерг. Обычно поклевки более плавные. А здесь прям такой рывковый. Ну, чё. Ого. Ух ты. Ух ты, какой-то выход справа. И у меня поклевка. Сражается кто-то. Ух ты, снова галавль. Этот чуть крупнее. Этот чуть крупнее. Вот. Какой красавец. Каков красавчик. Так. Что? Так неудобно засекся. Он как бы за край рта засекся, но я не могу к крючку подобраться. В щипчики такие. Ух ты. Да елки-палки. А, все, я понял. Крючок просто подвернул. О. Ох, так. Боевой какой парень. Позировать будешь? Вот такой. Он красивее. Такая поклевка, загиб прям мощнейший. Вообще. Ловля галавля на карьере. Неожиданно. Кормушка даже не успела отдать корм. Неожиданно.
Круто. То, о чем я и говорил, что кто приплывет, одному Богу известно, что за рыба. Тем временем надо будет связать поводок, потому что этот крючок у меня безвозвратно погнуло. Он как-то так странно боком зашел. Крючок тонкий достаточно. Я когда доставал его, немножечко согнул. Сейчас заброшу, пока буду ждать поклевку, свяжу новый крючочек. Бульк. Упала. Топим леску, так чтобы уложить ее между всех этих пучков травы, такого прочего, и вяжем крючок. Так, в общем-то, в целом-то мне этот крючок подходит, он мне нравится. Просто повторю. Поглядывать пока буду на снасть. На Амага. По классике. Один из моих любимых рыбацких крючков. Он тонкий, конечно, очень. Ну, такой крепко тонкий. То есть, понятное дело, что если клюнет какой-нибудь там карпидон, то, скорее всего, мне он шансов не оставит. Но вся остальная рыба великолепно на этот крючок клеится. Он великолепно работает с мотылем, опарышем. Для червяка немножко тонковат. На дальних дистанциях, ну, разбивается червяк. Мне все время паранойя, что может слететь. Особенно если надеваешь червяка типа в одном месте, типа в эке. Крепление, точнее, насаживание. Вот. В таких случаях, конечно, есть риск. Но если закреплять его, например, одним опариком, подкреплять, то вполне себе норм. На чистого опарыша. Головль клюнул на 4 чистых опарыша. Так, поводочек. Чик. 70. Может быть, леску можно и потолще поставить. Все-таки глубоко достаточно. Там темно, глубоко. Все равно пора не холодная. Я думаю, что поводочек можно рассмотреть более толстый к вязанию. Сейчас гляну заодно, что у меня там есть. Из более толстых поводков. Типа что-то 0,14 может быть взять. Сейчас поищем. 0,209. Это резинка или леска? О, 2,09. Это гуру. Или это 0,15? 2,09. Так, хорошо, сейчас тут. О, а это сколько? 0,12. Поищем, ничего найдем. Где-то должен быть у меня более толстый поводок. 0,121. Тоже толстый. Ха. Пока не вижу. Значит, надо обращаться не сюда, а в ящик под платформой. То есть сюда. О, 0,14. Отлично. Их есть у меня.
как стайка заплыла, быстрые поклевки, одна поклевка, вторая поклевка, так мгновенно прямо. Сейчас перезаброшусь. Снасть постояла достаточно. И свяжу еще один поводочек. Более, скажем так... Ага, просто была поклевка, а я прозевал. Вот это надо же. Скорее всего, это и было связано с тем, что крючочек уже был некондиционный. Загиб неправильный. Соответственно, не спозиционировался во рту рыбки. Так. Опс. Классная погода сегодня, комфортная. Такое типичное. Есть такой сериал «Вампиры средней полосы». А это погода, типичная погода, лето средней полосы. 4 опарыша. Это, я понимаю, насадка. 4 опаря. За такой насадкой скучать начинаешь на всех этих официальных турнирах, когда приходится ловить на какие-нибудь там два мотылика, там один опарик. Вот тут прям по-мужски. Клац, короче. 4. А может, еще и больше надо насаживать. Так. Оставляем снасть. И сейчас будем вязать. Но я думаю, связать и на более надежном крючке тогда. Ну, скажем так, на более злом, толстом. А из более злых и толстых у меня есть... Так, сейчас леска утонет. О. Да, пленка, конечно, воды не дает. Мне покоя, не очень это комфортно выглядит. Все-таки хочется, чтобы чуть-чуть ветерочек раздулся, чтобы немного он утянул ее. Не нравится мне эта пленка. Так, сейчас, значит, что у нас есть? У нас есть Хасодж 6. Во. Хайперкирю. Вот один интересный претендент на то, чтобы искупаться в этом водоеме. 7 сот, крупный очень. И 6 Хасодж. Хасодж чуть потоньше, конечно. И 7,5 кирю. Здоровый совсем такой. Вот этих пару ребят я выложу. Пока пусть лежат. Мало ли чего. Вдруг у нас там большие рыбы будут клевать. Что головли такие ребята интересные. Ну, тоже. Как правило, головли плавают наоборот. Вот поимки такие идут. Самый крупный клюет первым. У них как бы такая иерархия жесткая в этом плане. То есть обычно вот заплывает там голавль. И вот там, например, килушка ловится первой, потом следующий меньше, и меньше. И потом, то есть он как бы доминирует, килушка, над остальными. Так. Хорошо, свяжу-ка я этот поводочек 14-й. 14-й с... С хайперкирю начну. Все-таки. Он чуть-чуть поскромнее в 6-м номере. Тоже как-то рисковато, не хочется. Действовать. Сразу с козырей заходить. Почти что с карповых. Так. Ну давайте, ребята, две таких быстрых поклевки. Прям бам-бам. И затишье, да? Что, проплыла стайка? 5, 6.
Или может вообще надо было брать кукурузу. Надо глянуть, может у меня в сумке где-то валяется кукуруза. Обычно банка всегда лежала. Такая запасная на всякие пожарные. Может быть, на кукурузку было бы хорошо в такой ситуации забомбить. Вдруг действительно это головлевая рыбалка сегодня у меня. И надо будет бомбить этих ребят. Так. 70 сантиметров. Есть контакт. Супер мощный поводок ждет своего часа. Ага. Вот это я прессанул кормушечку, так прессанул. Жестко очень. Даже не промылась. Погорячился. Немножечко сильно прессую кормушку, потому что глубоко, 4 метра. И не хочется терять лишний корм. А в итоге вот чуть-чуть передавил. За этим надо следить. Аккуратненько. Все-таки метод имеет свойство такое. Липковатость особая. Трава плавает, все равно очень неудобно с ней ловить, но я там не хочу ее косить, шуметь, хотя, конечно, просится. Немножко на ней повисает леска, но леска имеет хорошее свойство, она очень скользкая, вот, тем более свежая леска. И поэтому, даже если она будет лежать на траве, где-то вот так вот, при поклевке это все проползет. Змейка, и даже без каких-либо проблем, поэтому можно по этому поводу не волноваться. Леска, в отличие там, от шнура, имеет очень хорошее, именно вот такие вот эти вот свойства. И даже очень часто во время рыбалок, например, в ломистых местах, там где-нибудь под бровками всякими, вот на ближняке, например, ловишь, плита сваливается, дамбы, и за плитой вымыта, подбита. И там, как правило, на плите очень острые края. Вот. И вот ловишь на ближняке на соревнованиях, я помню, ловил, бычков пришлось ловить. И вот шнур забрасываешь, начинаешь поднимать, он зацепляется за угол, переваливается через угол этой плиты с ракушкой. И постоянно зацепляется, обрезается, отстреливаются кормушки, обрезаются. И вот нескончаемый вот этот потеря снастей. А леску толстенькую ставишь, такую там 0,28, и она нормально не врезается вот в этот острый край и реально хорошо проходит. Поэтому иногда монофильная леска очень даже классная тема, которая дает ощутимые преимущества. Плюс она тонет. Она располагается в воде иначе. Шнур падает на пленку и висит вот так вот в ярусе. Такой как бы параболы такой. А леска падает на пленку и тонет. Она находится ниже. И она в ярусе всегда. Вот. Ну и, соответственно, отсюда надо делать выводы. Что и как работает снасть, где находится шнур возле кормушки, где находится леска возле кормушки. Поэтому временами, казалось бы, сидишь вот на одной дистанции, ловишь, вот все, у тебя удочки, комфортно, все позволяет ловить и леской, и шнуром. Забрасываешь на шнур, не ловится. Или ловится рыба другого качества. Забрасываешь на леску, там клюют лещи, например. Как это работает? За счет чего? Вот это все имеет значение. Вот. Так что всегда имею с собой в арсенале, на соревах так особенно, и лисяные шпули, и шнуровые. Обязательно катаю и так, и так. Пробую.
Так. Вот как работает рыба в карьере, да? Получается, вот нет такой темы, что встали эти головли на точку и клюют. Нет, сидишь, кормишь, кормишь, пум-пум, заход, все, пауза, уплыла стая. Ждем следующую какую-то другую рыбу. Ну или же меняем насадку, пытаемся что-то другое сделать. Потому как поклевки были очень быстрые. Вот. Слегка у нас ветерочек уже раздувается, начинает, легкая рябь пошла по воде. Это хорошо. Особенно классно, когда в целом по водоему какая-то идет волна, и рябь, и все такое, а ты сидишь в каком-нибудь таком подветровом берегу, на котором в месте ловли у тебя тишина, как бы штилечек. Вообще тогда классно. То есть там какая-то стихия, а здесь у тебя максимально комфортная история. И куда-нибудь на границу, там, где волна переходит в тихое, работаешь, очень комфортно. Особенно круто эта тема работает в дни, когда дует очень холодный ветер. И на карповых соревнованиях такое, на рыбалках часто прослеживается. Например, холодный ветер дует какой-нибудь, и рыба жмется туда, где есть отбойник, где тихое место от этого ветра. Так, попробуем на мотылика. Вот. На пучочек такой хороший. Мало ли, вдруг там вообще приплыл мистер Лещ, откуда я знаю. Эти головли просто сдулись. Или мистер Карась. Так. Так. Когда ловишь на пучок мотыля, на хороший, там 7 штучек, 8, очень важно выбирать всех личинок идеальных. Почему? Потому что... Клубничка, нет, сливка. Почему? Потому что бывает один некрасиво... Ауф! Некрасиво выбранный мотылик может запороть всю композицию и не последовать поклевке. Особенно в водоемах с щепетильными лещами, с всякими разными, ну, а-ля, типа там Заславль, такие вот, там, где лещи своенравные. Это прям важно. Поэтому с особой тщательностью. Каждая личиночка идеальная должна быть. Так, топим, 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 топим. Оп, утонуло. Вот. Попробуем на пучок. Поклевка, поклевочка. Так. Ты посмотри, короче, какие шикарные головли клюют. Ох, так, так, так. За край губы. И на мотыля тоже. Что ж ты так цепляешься-то жестко? Говорят, что если положить головля на ладонь и затаить дыхание, то можно услышать, как бьется в него сердце. Классная, задорная рыбка. На мотылика тоже клюнул. И на опарика клюнул, на мотылика клюнул. Так. А на мотылика с опариком слабо. Так. Вот так вот возьмем. Пару опарей. И штучки. 3 мотыля. Вот такая красота. И в этот раз попробуем клубничкой.
Ауф, полегче. Так. Тонем. Головли. Ну, я ожидал поймать кого угодно, если честно, но не головля сегодня. Однако, неожиданная рыба такая. Ну, как показывает практика, максимально широкий ареал обитания и характер клёва, невероятно разноплановая головля. Я просто ловил головлей очень много, и так как моя школьная река, то есть река, на которой я проходил школу рыболова, это Северский Донец Луганской области, Дончик Северский, как называют его луганчане. И вот на Северском Донце огромное количество головля. Его там много. Река по размеру где-то как ока, только, ну, такая похожая тоже. И быстрая, и глубокая. И песчаные берега есть. Вот. Ну, и там такие камышовые. Ух ты, поклевка. Ух ты. По губам. Вот. И там, на Северском Донце, вот этого головля, особенно ниже дамбы, дамба – это Счастинская гидроэлектростанция, там, где он уже напрямую соединяется с Доном. Там головля много, и головль хороший. То есть я ловил 2200, 2400 рыб, и рыбы эти клюют на очень разные снасти. К примеру, одно время у меня был прям бум целый. Я ловил кузнечиков, когда летел майский жук. Майского жука, когда летел такой, как майский жук, только поменьше размером, он такой темный, с точечкой, тоже разновидность хруща. Вот. Название не скажу, не знаю, как называется, маленький жучок. Вот. Но в основном все равно это был кузнечик. Вот. И ловил на перекатах в заброд. Заброд без поплавка, просто основная леска. На тот момент это было 0,25, потому что это была ГДРовская еще леска. Или 0,22, и 0,15 поводок был. Ну, 0,15 поводок для советских времен, ну, точнее, для постсоветских времен, для начала 90-х. Вот. Это была тонкая поводочная резка. Вот. Двойной крючок, два кузнечика. Почему два? Потому что они там, ну, или там майский жук один. Потому что в таком виде эта насадка максимально долго держалась на воде. То есть у нее хорошая плавучесть была. Два кузнечика, они такие как бы пушистую насадку, такую объемную создавали. И я заходил на перекат, вот покуда меня уже не сносило, пока вот стоять было возможно, по пояс, как правило, где-то вот так вот, удочка, основная леска, надеваешь двух кузнечиков и забрасываешь, насколько возможно, и сплавляешь аккуратненько этих кузнечиков, в леску отдаешь вниз по течению. Ну и там где-то проплывает она от тебя метров 15-20, ну доходила до дальних дистанций, наверное, метров так 30-40 я сплавлял даже. Вот, и прям смотришь, как типа прям с поверхности забирает, атакует головлю, приманку, насадку. Ты бенч и ловишь, то есть, ну, такие хорошие попадались вот таким способом. Килушки, полторушки попадались, просто шикарная рыбалка. Она такая увлекательная, очень визуальная такая рыбалка. Но бывало моменты, когда уже вот эти вот кузнецы намокали порядочно. Ты разочек делаешь проводку, другой разочек делаешь проводку, третий разочек делаешь проводку. И постепенно они все равно мокнут и уже начинают тонуть. И вот когда они тонули, тоже было, в полводы тоже было интересно. То есть ты как бы сплавляешь, так натяжечку слегка держишь и тоже тынь, чувствуешь, есть поклевка. В перемешку с головлями попадались жерехи небольшие. Ну, я таких больших сильно не ловил, тоже там такие закилушники максимум. И крупная очень красноперка. Красноперка вообще королевская клевала на такую снасть.
Вот это поклевочка. Вот, красноперка клевала прям вообще волшебная. Ну, прям большие рыбы, там, по 400, по 500 граммов. Для красноперки это прекрасные размеры. Вот, и я получал несказанное удовольствие на сельском донце, ловя вот так вот головлей. Зацеплюсь. Так. Хорош. Ух ты, красавчик какой. Хорош. Ох, какая рыба. Ну, голавль, не знаю, но он просто очаровательный. Я не понимаю, я даже не представляю, какая рыба может сравниться с ним в элегантности, красоте. То есть, потрясная рыба. Обожаю голавли. Вот. И так, аккуратненько. Опа. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Сейчас попытаемся красиво его поставить. О! Вот такой паренек. Головли умеют позировать. Это их, как сказать, это их конек. Вот. Короче, на чем я остановился? Красноперки. Здоровые красноперки. Вот таким способом ловились. Второй способ потрясный был ловли головля на том же донце весной, когда у него был нерест. Это было... Но идеально припадало там практически всегда, вот приблизительно на Пасху, ориентировочно вот так вот. Лещ не рестился позже, голавль не рестился раньше. И он ловился на болонскую снасть великолепно, просто вот вместе там с густерой, вместе там с подлещиком, под ясками. И классно прям ловился. Но особенности поклевки головля на болонскую снасть были таковы, что вот ты ловишь, у тебя точка, к примеру, и вот на точке там у тебя клюет, например, густера и плотва. Ну, подлещики, лещи чуть позже начинали клевать у нас тоже на болонку, классно ловились. Вот. А головля, чтобы поймать, нужно было провести проводку до конца, практически уже там, где заканчивается все, там уже не клевали вот эти... указанные мной ранее рыбы. И слегка-слегка сделать придержку, чтобы насадка начинала, ее начинала вдувать течением, она начинала подниматься. Вот. И это, конечно, вообще был кайф. То есть ты так уже доводишь проводку, начинаешь придерживать. Ну, где-то метров 10-15 уже за прикормочной точкой. Там, где ты шары кидаешь. Вот. И прям бух, прям подача в руку. Так круто вообще, головли клевали тоже. Такие рыбалки были на головли. Также еще ловил я головля много по вечерам за перекатами на всяких намывах песчаных. Там, например, был такой Христовской перекат знаменитый. То есть, говоря, идет перекат, потом течение уходит под тот берег, отбойник основной там, а сюда заходит как такой пляжного типа вода. Да, не глубоко, с плавным свалом песчаным. И точно так же на майского жука, на ленинградский титановый пруд. Длинный поводочек вот такой вот. Наживаешь майского жука и грузик. И забрасываешь как бы две палки. Чук, они стоят у тебя до поклевки. Ну, там дистанция метров 30, было 20. Вот. И это была ловля головля со дна. Они со дна клевали, ну, по сути, на, не знаю, как сказать. В общем-то, считай, поклевка идентифицировалась методом QR-тип. Можно так было сказать. Для 91 года это было вполне себе инновационно. Вот. Ну, а самых больших головлей на сельском донце я ловил на макуху. На обычный макушатник, в аккуратную подрезку. Когда в треугольник на два крючка, не на четыре, как делают сейчас там квадратик, да, а когда треугольную подрезку делаешь таким как маленьким, то есть брусок макушаный, срезаешь конусы с одной и с другой стороны, делаешь пропилы, обязательно в пропилы вставляешь крючочек, так чтобы он именно только в пропиле держался, потом когда макуха чуть набухает, он еще лучше держался вот в этих пропилах. Вот. И вот таких самых больших головлей я ловил именно в таких местах. Причем на макуху на сельском донце ловил под крутыми уступами. Там клевали лещи, крупный карась, сазаны. Вот. И попадались головли. И дистанция заброса была там, ну, там
12 метров, 15 метров, ты сидишь с подмытого берега, коряги всякие разные, на вот эту желтую удочку советскую, стеклопластиковую, только без последнего колена, без тонкого, такое, типа, на такую дебильную делаешь снасть такую грубую. Вот. Потому что ленинградским было неудобно там ловить, он был коротковат, там, а там нужно было так с подбросиком таким, типа, грузик скользящий, и с подбросиком бульк на макуху, поставил палку и сидишь в кустах, ждешь. Ну, так, я там, как правило, выбирал такие места, чтобы можно было, маленькая площадочка была, а здесь большой куст какой-нибудь нависающий, там вербы там, или ива, или там что там, я уже не помню, по берегам росло у нас там. Вот. И вот ты как бы за ним сидишь, под тобой глубоко, метра два-три, там, вот, и ждешь поклевку. Поклевки, конечно, сумасшедшие, такие бу-бу, просто, ну, просто сразу подача, прям подача-подача. Вот, и да, и вот перемешку с сазанами. Но мне тогда казалось, что это были гигантские сазаны. Мне казалось, что это были какие-то сазаны по 8 килограммов. Но я был мальчишкой, поэтому понимаю, что это были такие хорошие, уверенные там четверыши. Но дикие, речные, четверыши, это тоже для пацана такая поимка, это круто. Лещи были большие, ну как большие, тоже двушки. Мне казалось, что они вообще гигантские, но это были двушки. Вот, и головли. Но головля я взвешивал, почему? Потому что мне бы стало интересно, вот, сколько он весит. Вот, вот 2200 я одного поймал, 2400 вот на макуху они клевали. Вот такие у меня были головлевые истории, конкретно только на Северском Донце. А была еще река, приток Северского Донца, река называется Деркул. Она протекает по границе Луганской и Ростовской области. И речулька очень интересная. Вода прозрачная, чистая, холодная. Много кувшинки, много очень камыша, то есть она такая струится. И речушка маленькая, в основном узкая достаточно, там метров 10-15. Вот. Но есть такие более широкие разливы, там, может быть, метров по 40. Даже там. Вот. И достаточно глубокая. То есть много глубоких достаточно мест. Вот. Рыба там обитала абсолютно разная. Вообще вся-вся-вся на свете. И там головлей тоже было ловить очень прикольно. На такую же снасть, как я ловил на перекатах. Когда ты отпускаешь по течению насадку, плывущую сверху. Но там характерная особенность была в том, что вода очень прозрачная, рыба была пугливая. И нужно было ловить из-за угла. То есть, поклевка. То есть, я становился на небольшом пляжике. Речулька заворачивала. Так. Очередной красавчик. Речулька заворачивала. Ну, как бы, за камыш. И я сплавлял свою насадку. Я сплавлял свою насадку по течению. Она так плыла, и течение мое заворачивало туда куда-то. Я даже не видел. И головли, естественно, ну там сколько-то от меня было, метров 10-15, потом уже уплывало. И, естественно, головли были не с этой стороны, а там за камышом. Они меня не видели. Я от них прятался, или они от меня прятались. Вот. И туда, за камыш, заплывает насадка. Отпускаешь, и слышишь в руку, просто уже ничего не видишь, просто на ощупь. Весь сигнал в руку. Бубух, подача. И вываживаешь. Было очень забавно, потому что там особенно хорошо клевало ранним утром, хотя раннее утро для головля не самое лучшее время. Он любит, когда уже прогревается, когда насекомые полетели. Вот. Но, тем не менее, раннее утро туманное. И как сейчас помню, я стою в этой воде, она ледяная. У меня там коконы аж звенят от всей этой истории. И бабушка Тоня, мое царство небесное, она на лугу сидит и ловит мне кузнечиков. Они такие с утра еще, скажем так, сонные, квелые кузнечики, такие росой притрушенные. И бабушка мне ловит этих кузнечиков. И, короче, я иногда подхожу к ней, принимаю с берега, от поклевка, в лед поклевка, нифига себе. Она мне отдает их, ну, потому что в жмене много не подержишь. И я иду ловить рыбку. Поймал рыбку, выхожу, отдал я рыбку, забрал кузнечика. И вот это да!
Ну, галавль роскошный. Если бы такой галавль ловился на соревнованиях, можно было быть чемпионом мира. Так, немножко подмотал лешака. Шикарные галавли. Это елки-палки. Да, я что-то мне кажется, что с такими галавлями надо... Чуть-чуть, ух ты. Вот этот дружочек глотнул нехорошо. Ну, пожалуйста. О, фух. Нормально. Операция прошла успешно. Вот. И это была крутейшая вообще рыбалка. Деркул в этом плане был потрясающий. Он такой... Созерцательная речка была. В том плане, что ты ловишь, когда на Деркуле, из-за прозрачной воды, ты практически всегда... Ну, видишь свою рыбу. Вот. И это особое ощущение, когда ты, например, куда-нибудь там залазишь в камышек. Так, что у нас тут происходит? Трава намоталась. Залазишь куда-нибудь в камыш и стоишь там, и видишь, как под тобой проплывают там красноперки, чуть поглубже там какая-то крупная густера проносится, там, или там щука как стоит, там видишь, как торчит ее хвост где-нибудь из-под кувшинки. Вот, ну, это потрясающе. То есть, когда становишься свидетелем вот этого водного мира, это прямо, ну, не оставляет тебя равнодушным. Ты как будто бы к нему прикасаешься, и вот... Ну, для маленького, для мальчишки, коим я тогда был, ну, сколько мне тогда было? Не знаю. Ну, наверное, лет 13-12. Вот. Я скажу, что это было что-то с чем-то. Нужно отдать должное моим родителям, которые никогда мне, как бы сказать, не мешали и не противодействовали моей страсти к рыбной ловле. То есть, а всячески, наоборот, помогали, входили в положение. Всегда, как бы там, если я что-то там клянчил, просил там по снастям, всегда старались по мере возможностей. Времена были, конечно, скудные тогда. Вот. Не у всех родители в коммерции были. У меня родители были, отец офицер, мама инженер. Вот. И мы переживали перестройку, как и большинство граждан бывшего Советского Союза. Поэтому по мере возможностей родители... Мне помогали с рыбалкой всегда. И отпускали на рыбалку. Я вспоминаю, вот самостоятельно шарился там по лесам, по озерам, по всем этим речкам. То есть даже не знаю, сейчас если бы меня спросили, ты бы своего сына сейчас отпустил бы? Вот так вот, просто лазить где-то там сутками напролет. Я не уверен, я бы, наверное, запараноился. Ну, а я еще тогда помню, что ты же всегда в этом возрасте там родители обвиняешь в том, что у тебя мало свободы, что они там тебе могут там что-то запретить, там туда не надо, этого не делай, поклевка, этого не делай, то не все. И мне помню, мама говорила просто: вот, Сережа, будут у тебя свои дети, вот посмотрим, что ты скажешь. И сейчас я понимаю, что по сравнению, ну, что, короче, у меня была полная свобода. Полная свобода. Такая полная, что... Дальше некуда, что я своим и близко не разрешаю того, что разрешали мне родители. Вот. Поэтому на рыбалке я пропадал постоянно. Головлейку великолепно поклевывают у нас. Вот. Просто безвылазно. А когда пошло уже художественное училище, это уже был постарше, там мне уже там было 15 лет, 16. Наверное, 16, 15, 16. Я уже вообще по-красивому. У меня было лето, каникулы в училище. И за лето нужно было сдать летнюю практику. То есть это определенное количество пейзажей, натюрмортов и других заданий, которые в художественном училище дают. Ну, естественно, мы уезжали на все лето на дачу. Вот. Я садился на велосипед Десна. У кого велосипед Десна был, ну, или Аист, еще похожие, ну, одинаковые они отличались, только жесткостью сиденья. Одно было кожаное, а другое было такое мягенькое, такое более комфортное, у Аиста. Вот, складной велосипед с маленькими колесиками, на котором едешь ровно столько, пока крутишь педали. Вот, и у меня была сумка из-под противогаза такая,
зеленая. В ней была коробка акварели ленинградской. Папочка была также, такая небольшой планшетик с старшированной бумагой. Вот этот велик, удочки, примотанные к велику, какие-то там насадки, типа червяки накопанные, опарыш тогда, когда ты живешь на даче, это была редкость. Вот. И червяки навозные накопанные, ну, сенные, которые в сене такие розовенькие, маленькие, классные вообще. Вот. Тесто, ну, мука, чтобы можно было... Просто на тесто я тогда очень много рыбы ловил, ты когда ловишь проводку, на тесто одна из лучших насадок. Она не спортивная, но зато чем жиже она, его на палочке прям нужно обязательно. На один заброс хватает ровно, но это идеальная насадка для ловли в проводку. Я на тесто ловил вообще самую разную рыбу в больших количествах. Вот. И вот это ты прыгаешь на велик, у тебя там еще какие-то пара помидоров висит. Воду даже с собой не берешь, потому что там родник бил недалеко от водокачки. Вот. То есть в любой момент можно было пропулиться, попить водички, и все, и ушиваешься на весь день. И всего тебе хватает в этой жизни. Пишешь этюды, лазишь по всяким местам, наблюдаешь за рекой. У тебя уже там есть места все, ты их обходишь. Ну, там, по километражу, так, ну, я не знаю, я за день сколько проходил. Ну, приличное расстояние, даже затрудняюсь сейчас сказать. Много, много. По берегу, по всем местам, с поваленные деревья, там половишь, там плотву, там густеру, там красноперку, там щука водится, там. Вот. И к вечеру возвращаюсь уже затемно, довольный, счастливый, проголодавшийся, с этюдами, написанными летней практикой. Вот. Я уже тогда покуривал, ну, тайком от родителей пока еще на тот момент. Вот. Ростовскую приму, как сейчас помню. Вот это. Она уже жжет пальцы. Поклевочка. Вот. Она уже жжет тебе пальцы. Сплевываешь табачок. Ух ты, рыба газует. Боец какой попался. Ты посмотри на него. Ух ты. Ну что, ты в траву приплыл, да? Ну и как же мне с тобой делать? Ох. Ну, давай. Мне придется чуть-чуть подковырнуть его. Опа. Трава есть трава. Что сказать? Лето моего детства. Это было кайфово. Довольно хорошие времена. Ух ты, какой красавчик. Непрекращающиеся рыболовные практики. Ты как бы входишь, погружаешься в это состояние. Вообще, у него полный рот жеваного опарыша. Прям просто как тюбик набитый. Если вот посмотреть. Трескает он там сейчас изо всех сил все то, что лежит на дне. Офигеть, как много головля, и какой он классный. Не мелкий, хороший средний головлик такой. Невероятно. Невероятный поворот рыбалка моя получила. Я не ожидал. Сижу тихо, радуюсь. Благодарю Бога за то, что послал мне такую интересную сессию сегодня. Это же надо было. Одна из самых любимых рыб – головля. Вот серьезно могу сказать. Так, подсачок. Вот это все надо поубирать. Потому что головль это головль. Вот. На стояке на глубине 4, где-то с половиной метра. Встал на точку головы. Но сейчас уже поклевки чаще, заметно чаще. У меня, кстати, крючочек подзатупился. Сейчас чувствую, наколол я опарыш так, ну, не очень кайфово. То есть вот это ощущение, такой как камертон затупившегося крючка, это когда ты протыкаешь опарыша и слышишь характерный такой звук, как типа ощущение, как в руку такой тык, как будто бы вот
происходит протык такой вот. Вот это как бы показатель того, что это прям уже все не очень хороший крючок. Поэтому сейчас поменяем на поводок и попытаемся половить на более толстую леску. Так, на пленке воды лежит у нас леска. Поклевки-то достаточно заметные, они резкие, агрессивные. Он прям загибает классно, вот, но все равно не очень приятно, когда леска вот так вот дугой лежит на пленке. Так. Кошло. Все еще из заброса пари. Еще немножечко. И потом вот задаешь вопрос себе. Ну что, вот, типа, вот, ребята, посоветуйте там. Прикормку, да, на головля. Клубничная прикормка и карповая. Ловить головля. Так вот рыба клюет. Холостая поклевка. Это значит, что поводочек у нас износился. Что из себя представляет этот карьер? Это более старая его часть, а вот там вот за вот этой протокой находится новый карьер. И они сейчас объединены уже стали. Грубо говоря, это такой как бы вот тандем из двух карьеров, соединенных протокой. На этих карьерах добывают песок, это песчаные карьеры. На том берегу вдалеке стоит какая-то база отдыха, народ там газ-квас делает, приезжают сюда купаться по лету, по жаре ребята, вот отдыхают горожане. Водоем-то находится на самом деле практически в городе, поэтому является популярным местом отдыха. Весной по традиции сейчас напасть по всей центральной полосе России. Это клещи, очень много клещей по берегам. Вот прям очень много было клещей в этом году. Но сейчас уже во второй части лета с клещом дело обстоит получше. Его меньше стало. А весной прям какая-то жесть. Солнце совсем уже поднялось, припекает, и что-то головли как-то перестают клевать. Видать, это был проход. Вот. Ну, кто бы знал бы. Может быть, стая действительно какая-то приплыла, попиталась, и пауза, наступила пауза, потому как они на самом-то деле очень активно клюют, когда вот заходят. Прям вообще рыба, как уклейки клевали. А сейчас раз, и вот поклевок нет. Сейчас я сделаю еще один перезаброс. Попытаюсь на пучок мотыля на хороший половить. Может быть, просто другая рыба там у нас есть в секторе.
Сейчас глянем. А потом уже будем пытаться тогда, если результата не принесет, копошиться с насадками. Вот. Такой небольшой, но хороший крючок, пучочек мотыля, 5 штучек, крупненьких, нормально будет. Немножечко поддам его же в кормушку. Посмотрим, что там у нас. Так. И, пожалуй, надо снять кофту, а то жарко уже становится. Есть контакт. О, другое дело. Все-таки солнышко вносит свои коррективы. Прям с... Хотя с утра, казалось, было достаточно таки свежо относительно. Посмотри, какая пауза. Чего ж так интересно застопорилось-то? Компонентов всевозможных. Сейчас еще чуть-чуть, буквально счет 100-150 посижу и попытаюсь поставить чуть-чуть более тонкий крючок все-таки. Мне что-то как-то немножко смущает. По головлю вот эта грубая история заходила нормально. Вот мощные крючки, 4-5 опарышей, насадка. Вот. А так как он сбрился, мне кажется, что надо теперь чуть-чуть поделикатнее подойти к вопросу ловли. Потому как головли оказались рыбы агрессивной, но куда-то спетляли. А тут сейчас чувствую, нужно будет заново искать какой-то ключик к водоему. Что у нас еще есть? У нас еще есть червяк, на которого тоже можно попробовать половить. Еще можно половить на перловку, на саму по себе. И на пшеницу, но я не очень люблю такие насадки, как перловка и пшеница. Почему? Потому что они достаточно плотные, и с ними качество поклевки не всегда хорошее получается. Нужно использовать или достаточно крупные крючки, вот, потому что плотная сама по себе текстура насадки не так хорошо дает возможность к жалу проникать в ротовой аппарат рыбы, и он хуже колет, атакует хуже. Пока тишина. Ничего себе, как вырубила. Ничего себе, как вырубила. Так. Ва. Пробуем на более тонкий крючочек работать. И возможно уменьшение насадки. Почему бы и нет? Может быть, такая большая насадка не нужна сейчас? А ну-ка, аккуратно сыграем. Вот так вот сыграем сейчас мы. Два мотылика. И один опарик.
почему бы и нет. Иногда кажется, что вот-вот, сейчас по рыбе, лето, крупные насадки, то есть все 5-10. А нужна на самом деле очень маленькая компактная насадка на легком крючке. Еще надо попробовать подиповать, может быть, тоже это сыграет какую-то роль. Мелкой рыбы как бы нету, то есть нету такого камертона, что, мол, типа, у тебя это забрасываешь, у тебя поклевка, забрасываешь, поклевка, забрасываешь, поклевка, потом пауза, там какая-то или разрыв, или сбитые поклевки дочитаются, такие неярко выраженные. И ты понимаешь, что на столе другая рыба, и ты как-то к ней пытаешься подстроиться. А здесь как бы просто мелкой рыбы нету, у тебя просто замерзший квертип, который в какой-то вдруг момент клюет, то есть как бы начинает подъезжать. Это достаточно сложно, поэтому все так интуитивно, по наитию приходится делать наугад. Но тем не менее, можно и макнуть, и брызнуть. А пока подождем. Конечно, удовольствие от работы удилища Меддренон Match Pro Combo Quiver особое. Но нужно понимать, что это модель 10.11, которая, я считаю, самой легендарной, самой классной удочкой во всей линейке всех удилищ Дренон, которые когда-либо выпускались. Потому как эта удочка уникальна своим инженерным строением. Мало аналогов, точнее, я даже, наверное, не припомню аналогов, в чем смысл. Вот. Значит, Match Pro, для начала нужно сказать, что у нее клеенные квертипы. То есть квертип не вставляется в верхнюю треть, а это полноценная секция с уже вклеенным в нее, вот в этом месте, квертипом. И таких секций в комплекте идет 3. То есть это полая секция. 0,5, 3 четверти и 1 унцовая. Это раз. И второе, что делает эту удочку особенной, это одна из первых удочек, на которых система крепления первой секции в рукоятку. Очень плотная. Вот так вот. Получается, это двухчастник, у которого одна часть с вклеенным квертипом, 3 в комплекте. И вторая часть, это вот такая вот, вставляешься в рукоятку, часть бланка. Причем в комплекте одна для 10-футовой длины, чуть покороче, и одна для 11-й, чуть подлиннее. Потрясающее удилище, очень легкое. Невероятно. Вкусное в работе, такое прям элегантное. И я, конечно же, эти удочки использую исключительно в таких вот условиях, максимально тепличных. То есть это, конечно же, удилище не для работы в ветер, там, в волну там, и все такое. Очень элегантное удилище, там 35-40 граммов кормушка максимум. И нужно понимать, что это история вообще не про выносливые удочки, это история про очень хрупкие удилища, созданные для того, чтобы получать максимальное удовольствие от рыбалки. Поэтому я их выгуливаю крайне редко, лишь только в определенных условиях. А здесь условия для этого идеальны. Вообще, как бы в последнее время доставляет мне огромное удовольствие ловить снастями, которые уже не производятся, давать им вторую жизнь. Это особое удовольствие. Да и вообще, я уже об этом говорил, что в последнее время идейная составляющая снастей оставляет желать лучшего. Ну и, соответственно, и качество тоже. Старые модели большинства брендов значительно лучше новинок.
Собственно, то же самое происходит на рыболовном рынке, что и на автомобильном. Двигателей миллионников уже, наверное, не сыскать. А тем не менее, очень бы хотелось. Так. Есть у меня подозрение, что можно попробовать уйти в более деликатную оснастку, с одной стороны. Еще там умельчиться по крючку. Но мне кажется, это момент слабости. Это такое, типа, моросить я начал, короче. Надо все-таки сидеть свою рыбу, ждать свое счастье и быть к этому готовым. Не надо умельчаться, мы не на соревах. С меня никто не спросит за проваленный тур. Поэтому буду упираться в свою схему и сидеть на достаточно крупных крючках и на 12 леске. Пусть будет так. Сейчас подвяжу еще один, потому что этот мне показался таким немножко притупленным. Не могу понять, где его цепанул. А с крючками хоть малейшее сомнение, если есть в том, что крючочек подзатупился, надо смело сразу менять. Все косяки или большинство косяков рыбалки от тупых крючков. Самая лукавая тема. Всякий раз, когда поленишься поменять крючочек, который такой, типа, кажется, что, ну, такой, он уже не очень, но, казалось бы, разочек еще можно закинуть, вот это начинается, уговоры самого себя. Всякий раз потом приклеивается нормальная рыба, не сечется нормально, и сидишь и притаешь, чего же я там этого не сделал. Поэтому при каждом малейшем подозрении на то, что крючок притупленный, беспощадно. Раз, два, три. Беспощадно меняется. Вот. Притихло, так притихло. То ли просто такая тема здесь с проходом рыбы, что вот просто активный голавль, раз, и все, и задняя. То ли там, может быть, сейчас приплыл какой-нибудь сом, карп, судак, встал на точку там и тупит. Водоем глубокий, по-любому хищники большие плавают, есть на таких глубинах. Запасной поводочек готов. Но пока вот что-то не могу я понять, что это за такая суперпауза. Супер-мега-пауза. Ну а пока пауза происходит, можно затравить какую-нибудь козырную байку из юности рыбацкой. Расскажу-ка, наверное, историю следующего характера. Был это турнир какой-то, по-моему, чемпионат Украины на Украинке. Это был второй тур. И рыба ловилась специфическим образом, то есть ее было, ну, типа, почти практически у каждого по лещу, ну, в моей зоне, и остальное все густерка там какая-то, там подлещики, ну, в основном густера. И где-то за минут 40 до финиша начинают приплывать лещи. Там кто-то поймает лещика, там кто-то поймает лещика. Но не так, что там эйсы по 3, по 5 штук. Нет, просто еще люди долавливают. А ты понимаешь, что каждый этот лещ, это как бы прилично. Потому что, ну, улов в туре общий выходит в районе там 6-8 килограммов.
И вот этот лещ, он прямо решает. И судья, дедушка старенький, я боюсь ошибиться, его фамилия Двирный, по-моему, была фамилия. Он там почетный, припочетный, там, то ли председатель, то ли член федерации был, я уже не помню. Он как бы там главный судья на этих соревнованиях. А это нужно сказать, что турнир проходил на набережной, и там для всех вот этих корабликов прогулочных есть пирсы бетонные такие. Вот. И он выходит на край пирса справа от меня с пистолетом давать сигнал «финиш». Вот. И идет же. Я как бы не отслеживал ситуацию с тем, ну, сколько осталось до финиша, не было особо часов. Вот, и он идет, и у меня пуф, отстрел, дыш, повисает лещ. Я начинаю его тащить, я понимаю, что он сейчас дойдет, неизвестно когда, ну, там буквально считанные минуты какие-то остаются. Тащу этого леща, вот, немножко форсирую и сливаю его где-то под подсаком, ну, слишком быстро его пер. Смотрю, он стоит там, думаю, это елки-палки, быстро насаживаюсь, знаешь, забрасываю, взводится квир-тип, буквально там счет 10-20, пух, отстрел, это течение, бац, второй лещ повисает. Он такой что-то там, раз там, поднимает руку, я вот так вот вообще, давай, а дистанции хорошие там что-то там, метров там 50-40, то есть, давай, отклеивается рыба, тороплюсь, короче. А он стоит, как заснул вообще с этим пистолетом. Я забрасываю третий раз, получаю третью поклевку леща, тащу, сливаю его в панике под этим самым, опять под подсагом. Он стреляет, финиш. Я понимаю, что если бы я просто спокойно, неспешно, вот просто, невзирая ни на что, аккуратненько вывел бы хотя бы одну из этих трех рыб, я был бы там в зоне там второй или первый. Вот, а так был какой-то там четвертый или пятый, не помню. Обидно было очень. Вот. Засуетился. Но с другой стороны, что он стал такой, пестик поднял. А он старенький уже такой, ему там под 90, по-моему, было, или под 80, не помню уже. Ну, там завтыкал чуть там. Вот. А я засуетился. Вот так вот не выигрываются турниры. Ну и вот так не выигрывается, когда просто палка стоит как мертвая и не понимаешь, что произошло. Ну или же нужно еще сильнее задубинивать, но я не знаю, но я не очень люблю такую рыбалку, когда просто сидишь и тупишь. Но может быть сейчас такая нужна. Или может быть действительно нужно, чтобы вот сейчас вот волнушечка пошла с ветерком, этот штиль не очень рыбке подходил. Сейчас пока пошимся, подумаем. Еще поводочек подвязать надо. На чуть-чуть поменьшим крючочки. Чуть-чуть поменьшим. Ветерок приподнялся. Как бы уже такая волна посреди водоема нормальная. Это дает мне надежду на то, что клев возобновится или что-либо поменяется, потому как на данный момент просадка. Вот. Я даю мотылика по чуть-чуть в корме. В общем-то, работаю деликатно. Раз, два, три, четыре, пять. Но пока капризничает карьерчик. Так он мне раздал по головлю, прям порадовал и притих. Возможно, тут надо было ловить на две удочки с такой динамикой клёва на стойке. Типа держать или две дистанции разных искать, или же не дистанции искать, а работать с разными насадками. Что тоже было бы полезно, возможно.
Но, тем не менее, все равно рыбалка очень интересная. Так душевно по голавлику я оторвался прямо. Одни сплошные эмоции. Так, готовый поводочек. Сейчас мы попробуем на него половить. Все-таки чуть поделикатничать надо, мне кажется. Вот такое какое-то ощущение, что требует рыбалка уже более тонких решений. Опс. Так. Погода роскошная стоит. Я бы даже сказал, максимально рыбацкая. И не жарко, и нету слома, не крутит ни на дождь, ни на какой-то перепад. Все очень так комфортненько. Так. Опарик. И три мотылика. Что-нибудь такое. Лещичье, подлещичье надо надеть. Вот так. Акцентировали каши немножечко по классике, по традиции. Резко там еще лежит лишнее, чуть-чуть оттрусил. Опа. Возможно, тут еще сейчас важен такой момент, как глубина, а в моем случае это дистанция. Ого. Что это было? У меня только что, я так понял, я, наверное, может, это лобатый приплыл и вырубил точку. Поклевка в лед была вообще, ну просто повисла рыба по пути где-то вот, ну, в ярусе просто. Я вначале не понял, что это за рыба. Уклейка. Ха. Я ее просто подбагрил. Вот это да. А я думаю, что происходит? Я забрасываю, начинает тонуть кормушка. Фух, поехала. А это я уклу подбагрил. Понятно. Мечта спортсменов. Так. До дна не дошла снасть. Укла вмешалась. Так. Ух, ё. Некрасиво зацепилась, размотался мотылик. Бывает, мотылик должен быть красивым максимально. Вот так вот. Есть контакт. Может быть, действительно, вот эти все паузы вызваны тем, что там приплывает кто-то такой, кто прям вообще вносит коррективы, типа толстолобика. Кто же это может быть? У меня так-то уже и рыбалка скоро к концу подходит. Говорится, надо отбивочку уже делать. А я тут запаузил так жестко. Аж интересно, кто
кто наших головлей стреножит. Так вот, я начал говорить о том, что в данной ситуации при ловле на карьере на таком крутом свале дистанция, она же есть глубина. Почему? Потому что, образно говоря, предположим, на 21 метре у меня сейчас там 4,5 метра, а на 33 у меня там может быть уже 6. Вот. И рыба может занимать слой, ярус, тот, который ей больше подходит. И разница может быть, казалось бы, между точками, там всего-навсего, там, ну что там, 10 метров разницы. Вот. А там такая глубина, при которой, например, лещ находит себе более комфортную температуру воды и количество кислорода там, и так далее и тому подобное. По какой-то причине держится именно чуть-чуть дальше, а конкретно глубже. Вот. Но подобрать это можно только, подобраться к этим решениям можно только эмпирическим путем. Так, 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 так. Каша немножко. Резко все есть. Может быть. Но может быть просто вот так устроен клев конкретно на карьере. Я ловил на разных карьерах, и у меня были абсолютно разные рыбалки, но определенно всякий раз вот ловля в карьере вот такого типа, она предполагает какие-то сюрпризы. Как в этот раз вот сегодня с головлями. Счет, в общем-то, я сильно сейчас не веду, так на ну, чисто вот на ощущение, на чувстве. Вот держу удочку, сколько там считаю нужным, и разобрасываю. Ну, приблизительно это получается там от там, 2 минут там, до 5-6. Но если, например, придубинивать на лещика, может быть, имело бы смысл действительно и по 10 минут держать, потому что такие озерные рыбы, вот, ну, настоячки, которые клюют, они требуют ожидания. Они неспешные, они там на своей волне, ползают медленно. То есть так по-своему, очень, очень по-своему себя ведут, своенравно. Подрезочка есть, немножечко поклевка, поклевка, контакт, 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 контакт. Так, такое 2 раза тронуло. Вообще не головлевая поклевка. Кто-то присасывается. Прям качается, качается. Чуть-чуть пододвину палку, чтобы сделать провис. Сильнее, чтобы, ну вот, убрать натяжение. Но это был какое-то такое что-то. Что-то из разряда подлещичьего такого подхода. Но это может быть надолго. Это может быть такой, типа, ткнул, 2 минуты прошло, подошел, ткнул, там еще 2 минуты прошло. То есть они могут там копошиться долго. Так. Еще провисик посильнее сделаем. На случай такой, чтобы если вдруг поедет, так поедет. Так, это хороший знак. Это кто-то там на точке подбирается, начинает подбираться. Расколдовывать, может быть, удастся расколдовать. И позвать еще какую-то рыбку к нам сегодня на стол. Но и долго задерживать тоже не хочется, потому что неизвестно. Вот, например, он сейчас там придавил, там 1, 2, 3 раза придавила рыбка. Неизвестно, что стало с этим, с моей насадкой. Придавил он губами или целая эта насадка. Крупная эта рыба была или маленькая. Потому что обычно, когда крупные лещи вот так вот трогают насадку и выплевывают, она обычно продолжает лежать практически целая. А если, например, мелкая рыба, вот поклевка еще одна. Есть. Подсечечка. Есть.
сражаются. Да, мистер Подлещик. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Мы вас долго ждали. Я бы даже сказал, заждались. Оба. Оба. Нижняя губка, длина поводка хорошая. Все четко в этом плане. Рыбка. Ох, ох. Рыбка уплыла благополучно. Так. Утро перестает быть томным. А ну-ка. А ну-ка. Аккуратненько выбираем одного парика. Чик. Самых красивых мотылей. Таких, которые максимально исполняют. Так, это я раздавил. Аргентинская танго. Опа. Подойдет. Вот так. Ладно, 24. О. Красиво. Сливочкой. Есть. И вот такой красивый эль бутербродио. Вкусняшки от шефа. Так, подлещичек. Дождались. Немножко заделикатничал, уменьшился, утоньшился. Мотылика начал давать. И вот на место отошедшего головля приплыл подлещик. Это хорошо. И как что характерно, как нужно, как добился его поклевки-то, да? То есть он придавил, слегка ветерком, волной растягивает леску уже, он так в натяжении квертип, тюк-тюк и бросил. Тюк бросил. Я подал удочку, получил провис. Тюкнул еще сильнее под удочку. И уже на полном провисе он уже приклеился. И я получил хорошую реализованную поклевку. Крутяк. Все как в книжках. Все по-красивому. А ну-ка. Один он приплыл, интересно, или с друзьями? И как они тут ползают, тоже интересно. Это может быть калиброванная популяция, то есть вот только такие и все. Или они в разнобой бывают. Это тоже такая интересная история, потому что вот чаще всего происходит так. Ловятся очень мелкие подлещики. Вот. И там большие лещи. Или же средние подлещики, среднекрупные. Но больших лещей нет. Ну, то есть типа там рыбки весом там 300-800. Вот. Какая здесь ситуация? Вот сейчас этот там грамм 250 он весил. Сейчас посмотрим, что тут может быть. И вообще, один он будет ли повтор? Сколько их подошло? Может быть, это единичная поклевочка. Я тут сижу уже, строю планы на жизнь. Это интересно. Глянем. Пока контакт произошел, ну, относительно быстрый. Надо сейчас смотреть, сколько их там. Кормушку, ну, размер кормушки, вес кормушки, все ок. Единственное, что у меня в глубине души, конечно, просится немножечко ее чуть-чуть подмотнуть изолентой, чтобы больше корма доходило до дна. Прям просится. Так, сейчас посмотрим, что у нас тут есть, какого размера. Такие, такая, но это полтинник, он тяжеловат, конечно. Мне полтинником не хочется работать, удочка изящная очень, для нее полтинник это, ну скажем так, неприятного уже размера кормушка, точнее веса.
Сейчас посмотрим. Да, можно взять. Опа, поклевка. Резкая, как не знаю что. Загиб вроде был хороший. А я зеванул чуть-чуть. Зеванул, пока копошился с кормушками. Так. Такое возможно. Так, это уже становится интересно. Это уже начались подлещичьи игры. Вот эти всякие там загибы, какие-то подергун, даже не подергунчики, а такие вот какие-то пляски, танцы с бубнами. Так, сливка у нас на подспрее отрабатывает. Это хорошо. Зерна немножко. Да, сейчас надо подмотать изолентой. Я вот не помню, я изоленту с собой взял или нет. По-моему, у меня должна быть в этом самом. Кидаю так немножко шьющим забросом. Ветерочек боковой поддувает, крепко боковой. Нужно кидать точно, поэтому заброс получается не такой, а как бы такой, ну, спиннинговый, стреляющий. Шьющий, ну короче, шьющий, чтобы шить ветерок. Он не очень красивый, но зато эффективный. Так, две поклевки, это неплохо. Так, потому что хочется сейчас резку не терять в ярусе, хочется ее концентрировать ближе к точке. До этого у меня часть резки выпадала. Так, 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 так. Нет, изоленты я оставил, к сожалению, дома. А это значит, что буду ловить открытой кормушкой. Надо же было подзабыть изоленту-то. Ну ладно. Ну или же взять вот этот гурик вот этот, но он тяжеленный, капец. Палку жалко ломануть. Прямо больно будет сломать. Это перегруз сильный для этой удочки. Не. Так. Да, озерные подлещи, конечно, такие жуки просто. Вот это вот он. Динамика клёва ж непредсказуемая. Он может клюнуть как на первой минуте, так и на пятой. И может клюнуть как коротко, ну типа тюкнуть, а может прям вообще в загиб. И ты все время находишься в этом состоянии неопределенности. Вот. Но это какое-то движение на точке стопроцентное. Получается, это третий контакт уже. Загиб, все. Так, так, так. Немножечко каши. Мотылика. По чуть-чуть, аккуратненько совсем, чтобы не сильно отвлекать от корма. А если я попытаюсь снять изоленту с этой кормушки и переклеить на ту. Скорее всего, у нее же липкость будет неподходящая. И она вряд ли приклеится. Ладно. Будем посмотреть, чудо как. К чему я вот это все сейчас и думаю. До этого у меня кормушка в полном штиле теряла часть корма где-то там, ну вот, по пути следования. Вот. И стол такой был, ну, все равно слегка приторошенный мелкими частичками. Вот. Но я не знал, какую я рыбу буду ловить. Сейчас вот, когда проследовали подлещище поклевки, мне при ловле подлещика, конечно, выгодно
концентрировать максимально точечно пищевую фракцию на столе. Прям точечно-точечно. Для этого нужно делать так, чтобы корм доходил до дна, и особенности вот эти все частицы резки и все остальное не повисали где-то в пелагиале. Прям подмывает полтишок, да? Но если вот так навесиком кидать, ну и, короче, есть весь шанс сломать на камеру еще одну удочку. Но зато он будет и быстрее тонуть. Ладно, была не была. В следующем перезабросе поставлю. Прям сильная разница пошла. Так, контактик небольшой был какой-то. Качнуло, как бы так тыкнуло. Но этот контактик такой себе. Не супер, не сверхвыразительный. Неизвестно. Подержать, не подержать. Ладно. Попробуем аккуратненько забросить, чтобы не положить палку, потому как будет больно и обидно заканчивать рыбалку так, но что поделать. Охота ж пуще неволи. Сейчас чуть делаю более заметную насадку. Сыграю с двумя опарями. Середочки двух мотыликов. Так вот. И один опарик на финиш. О. Такая. Ух, тяжело. Ох, не нравится мне это. Сейчас посмотрим. Эх, прощай, Дреннан. Ну ничего, навесиком нормально. Жить можно. Хотя было страшновато. Если честно. Но надо. Надо сейчас сделать именно так. Надо, чтобы вся вот эта вот резанина в идеале была доставлена туда. Прям на дно. Если я, конечно, хочу удержать рыбку. Подождем, посмотрим. Я бы сюда, может быть, бы выбрался бы с ночевочкой на флетик посидеть. Почему бы и нет? Глубоковато, конечно, для флета. Не очень, мне кажется, нравится ловить на таких глубинах. Но если корм, скажем так, подготовить правильным образом, почему бы и нет? Можно вполне попытаться. Потому как динамика поклевок невысока. Вот. Пару недель назад товарищ мой здесь ловил крупных лещей, караси тут у ребят попадались на этом водоеме. Поэтому, думаю, можно попытать счастье. Но это же все вопрос тоже такой везения формата. Потому как рыба ползает тропами, рыба ползает на свое усмотрение, как считает нужным. Сегодня клюет, завтра не клюет. То есть... Отличный водоем для рыбалки, один из самых интересных, вот, не скучный такой, ну, интересный по-своему, непредсказуемый, и абсолютно стрёмный водоем для спортивной рыбалки, потому что, когда ты вообще не понимаешь, что будет происходить через полчаса, это как бы накладывает свой отпечаток.
достаточно серьезный. Вот. То есть у меня сегодняшняя сессия проходит с позиции того, что я как бы понимаю, что я делаю, я предпринимаю какие-то усилия, я работаю, но это день сюрпризов. То есть так, это работает не так, как бы я хотел. То есть я сегодня кого уж точно не собирался ловить, так это головлей. А по-хорошему этот ролик можно назвать «Ловля головля на фидер в карьере». Даже само название уже звучит абсурдно. Это все равно, что там ловля толстолобика в Тихом океане, там, я не знаю, там, или там, не знаю, ловля горной ручьевой щуки. Ну и так далее, и тому подобное. Вот. Горная ручьевая щука. Звучит. Что все, вот это 2-3 контакта. И все, и затишье. Или кто-то еще пришел туда поинтереснее. Вся эта рыбалка постоянно подстройка. Вот эта игра с QR-типом, она как бы такая нужная история. Постоянно под рыбу ее подсовываешь. Есть поклевочка. Сопротивляется. Опача. О, очередной красавчик. Ой, красавчик ты мой. Боевичок какой. О, ух ты, силач. Такой весь он. Вообще, такая рыба потрясная. Тихо. Дерганный такой. Обычно головли позируют, а этот такой психованный. Класс. Какая рыба. Ну что, друзья, я думаю, можно закругляться на сегодня. С вами был Сергей Попов. Опс. Рыбалка нового поколения. Мы сегодня ловили рыбу в карьере. И не забывайте ее выпускать обязательно в родную стихию. Друзья, если вам понравился этот видеоролик, ставьте лайк. Не стесняйтесь, задавайте вопросы, подписывайтесь на канал. Я уверен, вас ждет много интересного. Пока!